Вот мне немножко добавьте объема. Просто балкон жалуется. Понимаете, жизнь оказалась снова длиннее, чем можно уместить в один вечер. Ничего плохого это особо нет? Наверное, да? Если мы уж совсем-совсем не будем успевать, мы просто повторим. Итак, я очень надеюсь, что все свои места заняли. И переходим к следующей главе, которую мы назвали для себя, это так, для внутреннего пользования. Глава 7. Москва. Новая работа. Вот, подождите, я еще вас ни о чем не спросила. А я ничего не говорю. 72-й год, о котором дальше пойдет речь, тоже был насыщен событиями. Во-первых, переезд в Москву. Во-вторых, новая работа в Институте океанологии. В-третьих, вас приняли в Союз писателей. В-четвертых, состоялась ваша вторая женитьба. А вот теперь вопрос. Кстати. Я не знаю, кстати, куда-то она пропала. Так. Ну вот куда она, Анатольевна, делась? Вот она. Да, да, я ее уже вижу. Эта женщина держит целый зал. Все точно. Так вот, кстати, и вопрос об этом. Вот говорят, что вас с вашей второй супругой, которая только что ваш вам знал, познакомил Иосиф Бродский. Правда ли это? Ну, не совсем так, потому что он сам с ней был не знаком. Вот, но просто из-за него познакомились. Это 29 ноября 61 года, дата, которая тоже, так сказать, запомнилась. Я просто приехал в командировку из Ленинграда, мы наиграли с Иосифом Бродским встретиться в доме нашего общего приятеля Сережи Артамона, русский писатель, живший на Кривоарбатском переулке. Ну и мы встретились, и там с ним разговаривали. Это было до всех посадок, до всего еще. Да, и вдруг пошла девушка. Да, а тут хозяин квартиры сказал, знаете, у меня есть стихи одной молодой поэтессы московской. Я почитал стихи, которые мне не просто понравились, а просто на них запал. И вдруг, значит, звонок, а там коммуналка, звонок. Он говорит, ой, говорит, она сейчас придет. Но она не одна с молодым человеком. А ой, говорит, она не придет. Она сказала, нет, мы пойдем дальше. И она ушла. И кажется, как бы уже пронесло бы, как бы мимо все, да? Но ничего подобного. Через полчаса раздался звонок. Она, девушка, была любопытная, это было 19 лет. Узнав, что тут Бродский, там и так далее, она вообще как-то сплавилась, а мама вернулась в мою беду. Вот. После чего она вошла и сказала, ой, мальчик, как накурено. А пива нет, я бы сейчас пиво выпила. Дальше я не помню. Дальше рассказывал Бродский. Он говорит, ты вообще полный идиот. Ты с тупой физиономией, наполовину слова, побежал за пивом. Он догнал меня на лестничной площадке и сказал, как тебе не стыдно, куда ты пошел? Мы же о поэзии разговариваем. На что якобы я пнул его ногой в живот, пошел вон дурак. И куда ты побежал? Выскочил до Кривоарбатский переулок. Я понял, что не знаю, куда идти. У прохожих я узнал, что самый ближайший гастроном – это вот смоленский гастроном на углу Арбата и Садового кольца. Я принес пиво, лучше бы я его не приносил. Вот, вот вся история. Значит, эта дама, присутствующая здесь, значит, которой посвящены все мои лучшие, видимо, песни, от Английского канала до Чистых прудов. И многое-многое другое. Значит, замечательный московский поэт, я не люблю слово поэтесса. Книжки, которые очень советую купить, потому что не только дешевле моих, но и значительно лучше по поэтическому составу. Анна Анатольевна Наль. Вон Диона на себе. Ну и вот это все. Из-за этого я бросил родной Ленинград, что равносильно было измене Родине. Ленинградец, приехавший в Москву, это вообще уже не человек. Да? Меня недавно записывал мой звукорежиссер, который писал мой первый диск «След в океане». Он сказал, что с тобой стало? Я не буду тебя писать. Ты полностью потерял ленинградский прононс. Ты поешь распевное «А», говоришь мягкое «Г». Я стал жутким, косноязычным москвичом. Спасибо вам, Анна Анатольевна.